Друзья, всем привет, вы на канале Temp of Play, на связи Игорь, мы продолжаем играть очередную серию Assassin's Creed Valhalla. Так, в прошлой серии мы убили нашего предателя, Ивара. Так, убийца королей. Поговорить с Дёрлофом. Так, где он у нас-то? Далеко, видимо, в нашем доме. Сейчас мы туда сходим, а здесь, кстати, я смотрю, где-то я пропустил навык какой-то, способность, вернее. Сейчас мы сможем... Ну, чё ты крадёшься-то? Побежали. Обязательно прям было доставать копье. Где-то внизу. Я чуть не пойму, а где внизу? 140 метров. А что, я пропустил где-то? Вижу вот. Так. Не здесь явно. Пещерки нету. Цепляйся. Молодец. Так. А, выше. Значит, не отгадал. Значит, там где-то в замке был, все-таки пропустил. Не достал. Самой башни, видимо. Ну, вверх мы будем лезть, я не пойму. Вверх, вверх. Еще раз вверх. Каустоу. Где он спрятан так? Чуть не пойму. И здесь где-то. Не открыть. Видимо, заперто с той стороны. Ну, видимо, да. И как же ее открыть? Здесь закрыто, там закрыто. Тут ничего нельзя сбить. И с этой стороны прохода нету, да? Там есть что-нибудь? Ну-ка. Залезем вверх. Тут какой-то пароход есть. О, какое-то письмецо нашли. Для Анхгард. Так, оживиться можно хламом каким-то тут. А здесь пойти-то и нельзя. Понятно. Здесь тоже нельзя пройти. Сейчас посмотрим, где может найдем пройти. Там вот что-то. Ну-ка. Посмотрим, что здесь. Тут можем пройти. Добыча просто. Просто добыча. Ничего интересного. Какие-то. Слезь-ка. Еще добыча. Ну, ясно. Туда, в общем, попасть. А стекло тут и железки, да? Не пройти. А там не видно, как там может. Здесь проход какой-то через окно. Флаг. Люстра. Ну, ничего такого не видно, в общем. Мешок. Или кто там? Да, мешок. Проблема достать. А, здесь открыто, ё-моё.
Фу, я даже не видел. Заперли с той стороны. А, здесь взорвать-то можно. Вон оно что. А, понятно. Я и забыл, что здесь можно. Пройти что-то. Взорвать. Главное было чем взорвать. А здесь ничего нету. Какое-то письмо. Записка от Ангард. Какая-то еда. О, вот они. Не зря зашел. Так, еду подбираем. Так, берем ко дну. И несем. Сейчас мы откроем и достанем. Это хорошо. Так, где я потерял? Здесь, по-моему. Вот тут. Вот. Ну-ка. Так, отходим подальше. Ой. Чуть не загорелся, я забыл. Что этот огонь тут все поджигает? Так, что здесь? Книгу. Пляска метательных топоров. У Шарапшир я все сокровища, получается, нашел. Отлично. Так. Можно вот так вот сделать. Мучка играет. Так, а сюда на стену залезть нельзя. Ну, залезь вот сюда, на стену. Хе-хе-хе. Вот. Далее сюда добычу знаем. Ничего такого, правда. Но все равно. Угу. Так. В общем, все мы тут облутали. Ценное нашли. Так, нам сюда. Нет, это не то. Вот сюда. Убийца королей, да. У нас есть точка для перемещения престола. Так, где там задание наше? Ну-ка, вот здесь. 160 метров. Да, вон длинный дом, как раз таки нам туда идти. Что с текстурой меньше, не пойму. Прыгают, что ли? Очень странно. Залить с Дёрлухом. А, это этот, который преподобный. Эйба. Епископ. Победу омрачила еще одна беда. Епископ. Убба. Погибнуть от руки Брита. Боюсь представить, какой стыд испытывал брат перед смертью. Если бы не мир. Угу. От моей руки. Твоей? Когда мир был заключен, Ива рубил Кёлберта и свалил вину на Родри, чтобы напасть на него снова. Как ты об этом узнала? Он сам рассказал. Я из тех, кто предпочитает правду, Эйвор. Но мне тяжело это слышать. Он умер достойно? Вполне. Он хотел пасть от моей руки. Погибнуть в бою и покрыть себя славой. И ты не отказала ему. Эйвор мертв, и теперь мир стал возможен. И на том спасибо. Буду утешаться мыслью, что он дождется меня в Вальгале с топором в руке. Так он предатель, ей топор ему не дал. Как бы там ни было, он жил по своим правилам. Что может быть лучше? Он часто поступал безрассудно. Мне казалось, что он ведет себя непонятно. Но не всех людей можно понять. С ним нужно проститься.
Я приготовлю дракар для погребального костра. Епископ, пошли весть леди Ангхарад. Скажи, что ее мужа убил предатель. И что он, Ивар, заплатил за это. Как только смогу. А что король Кёлвульф? Не представляю, как ему горько. Он потерял горем. И все же не забывает о Шире. Элдорманом здесь стану я. Посему я заявляю, что Широпшир будет твоим другом и союзником до конца моих дней. Благодарю, епископ. Храни тебя Бог, Эйвор. Куда бы ни вел твой путь. Тебя примут почестями. Песен битвы Скальда. Мужа, что без кости конь морей, несет сквозь пламя в залы вечной славы. Будто ветер быстрый. К Одину в Вальгалу девы битвы мчатся спора с королем в объятиях. Ивар мертв. Союз с Широпширом заключен. Угу. Поговорю с Рандви. Да. Так, Аргаш. Аргаш. Отлично. Мячков-то. Сейчас надо распределить. Вес там, Аргаш-то. А, ты, по-моему, у тебя торговал с тобой. Ну-ка. Чем я могу помочь? Ну, посмотрим. Ну, наверняка пригодится. Вот это да. Запасаться это мудро. Вот это можешь купить. Вот это можно купить. А остальное мне не нужно. Бери, будешь выглядеть очень грозно. Хорошо. Да, будешь привлекать к себе внимание. Так, продать безделушки. Всегда приятно. Это все? Да, все, пожалуй. Пора. Удачи. Так. Куда нам там? Далеко. А, к Рандви, точно. К Рандви, 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 Рандви. Сюда нельзя. Посмотрим, может апгрейд можно будет сделать какой-нибудь. Хотя нет, там нужно, по-моему, как память титана, нужно золото. Золотые слитки для улучшения оружия, там, брони и так далее. Ну, сейчас заглянем на всякий случай, может что-то можно обновить. Угу, вот он. Можно взглянуть на товар? Так. Все товары хороши, но этот особенно. Это максимально. Вот на этот что нужно? 3 золота. Тут один нужен. Так, вот может вот это лучше. Даже не знаю, что лучше. А ты в этом разбираешься? Ну, давай вот этот, наверное, плащ. Будет покрасивше, типа. А, дай погляжу на тебя. Прекрасно. Да, неплохо увидеть. Это все? Да, пожалуй. И еще увидимся. Посмотреть теперь. Славных. Так, предметы. Я наш плащ.
О, лук могу улучшить. Или нет? А, взять другой. Нет, другой не хочу. Вот, мне надо вот это улучшить. Так, могу улучшить вот это. А на это нужно еще... Что там нужно? Ух ты, 11 кусков нужно. Угу. 3, 2, 1, 2. Пошли к ранке. Что мне на беге устроить? Я покрыл бы еще что-нибудь. Ага, она самая. Новенького ничего нету. Мы союзники с Широпширом, но обошлось это дорого. Юный Кёльберт мертв. Я уже знаю. Столь трагическая смерть и ради чего? Надеюсь, ты отплатила убийцам. Правосудие свершилось. Кёльберта не забудут. Мы недолго были знакомы, но знакомство было приятным. Точно. Угу. Отлично. Рапшир наш. Золотишко дали. Так. Тут чего? Ничего нету. А здесь опять, ну, те же самые письма, да? Не меняются. Так, давай, кто там следующий? Посмотрим на карту союзов. Давай, глянем. Так, следующий. Тут 130. Ага, этот 250. 190. 160. Ну, в общем, сюда. Расскажи мне о Кенте. Басим написал, что нашел ту женщину, Фулке, и просит твоей помощи. Он укрылся в монастыре святого Адриана. Есть вести о Сигурде? Басим не сказал. Но если он нашел Фулке, то и Сигурд должен быть где-то рядом. Давай заключим. Отправлюсь как смогу. Чудно. Удачи. Так, а что ты мне тут предлагаешь поговорить? Зачем? В странном краю, что там? Посмотрим на карту союзов. Давайте нормально, мы сюда начали нападать. Заключать, вернее, союз, не нападать. Я передумала. Ничего я не передумала. Мне пора. Вон там меч стоит, значит, вернее, кинжальчик, значит, сюда мы и пойдем. В общем. Так, Басим узнал, где сейчас держит Сигурда. Мы выступаем немедленно. Отлично, Эйвор. Тебе наконец-то захотелось поискать нашего ярла. Просто невероятно. Но я не отправлюсь с тобой. Так, я не шучу. На борт, живо. Кому-то нужно остаться здесь и следить за поселением. Ты бываешь здесь слишком редко, так что этим придется заняться мне. Хочешь остаться, пожалуйста. Но когда Сигурд вернется, посмотрим, какое место тебе отведут. Можешь говорить все, что тебе угодно, Эйвор. Я уверен, что Сигурд примет мой выбор. Хорошо. Ты сомневаешься во мне столь сильно, что не поможешь спасти своего ярла? Отлично сказано, сестра Волка. Иди. Верни, ярла. Постарайся не заблудиться. Тебе в последнее время это свойственно. Это не конец, Дак. Поговорим, когда я вернусь. Так, собачка, блин. Дог. Басима и поговори с ним. Че, я подхожу к ней, че? Мне пора. Где он, Басим-то?
кто там Басим? Не помню. Ранды. Это фигня какая-то. Взрывчатку. А, вот сюда что-то. Что-то сюда показывает. О-о-о. Я тут не был еще. Да. А тут 160. Ну, сюда сейчас. Ну, сюда вообще нужно. Так, что у нас тут ближайшее? А тут что? Статуя Нинера. Не, не нужно. 160, нет синхронизации. В общем, мы сейчас сюда телепортнемся. Сюда доскочим. Так. Ты мои глаза. Коняка. Ну, пожалуйста. Точку надо поставить точно. Он не может последовать. Потому что нету точки. Да, какой-нибудь сюда. Если меня узнают, будет плохо. Пометку знать. Не хочет. Во, быстрее поскакал хоть. Дороги все. Куда хочешь скачу? Ну, вроде. Ковыряться в менюшке там, навыки распределять, пока он скочит. Я сейчас навыки буду распределять. Басим принес весть о Сигурде. Я скоро его найду. Это хорошо. Пускать мои слова. Ты кто такой? Так. Есть у вас тут где-нибудь? Ага. Точка синхронизации вот здесь вот. Хорошо.
увидит, сразу нападу. Так вот, твоё отстань. Что ты там орешь? Не видишь, я залазю, мешаешь тут мне. Ну, и чё? А прямо нельзя было залезть, да? Куда? Еще одна точка. Так. Прыгивай. Пошли в бассейн. Бассейнчик, ты тут где? Залезть можно. Там потом что-то внизу есть. Что же тут есть? Ага. Ну, понятно, ключик. Порочное удовольствие. Я взял ключ. Ключ от всех сундуков. Возьми, я была. Ладно. Да слезь ты уже. Да куда ты лезешь-то? О, там ключ. Можно поверху. Так. Что здесь? Секретный рецепт Эля. Странно.
надеюсь, там золото будет. Если золото, хорошо. Вот и слитки. Это раз для брейда чего-нибудь. Ух ты. Не нужен мне никель ваш уже. Титан, да. Итак, вернемся. Васим. Кто такой? Но разве Августин не разделял веру и познание? Именно об этом я и говорю. Я имел в виду, что вера превыше всего. Да, ведь без нее жертва Христа напрасна. Он погиб, чтобы спасти нас, верно? Искупить первородный грех Адама и Евы, но ведь зло не исчезло. Да, не исчезло, потому что он дал нам свободу выбора. А была ли свобода выбора у младенца, убитого тираном? Да, то есть нет. Это явное упрощение. Или, может, у священника, чье сердце сожрал волк? Или у Иуды, которому было суждено предать Христа? Кто-то скажет, что Иуду использовали. Что же это я слышу, брат Хордберт? Ты усомнился в Писании? Усомнился в вине Иуды? Чудовищное святотатство! Нет-нет-нет, ты все не так понял. Брат Седрик, ведь я всегда был смиренным слугой Господа. Прочь, прочь! Ищешь новых друзей? Речи человека позволяют заглянуть в его сердце, Эйвор. И это часто бывает полезно. И как тебе сердца тщедушных христиан? Это лишь выражение, Эйвор. Наш разговор меня утомил. Я тебя тоже утомила. Напротив, я рад, что ты здесь. Ты нашел Фулки, не зря тратить время. Что насчет этой мерзавки Фулки? В твоем послании говорилось, что она в Кенте. Она где-то здесь, и месяц назад Сигурд был с ней. Что, уже месяц прошел? Но не обещаю, что так будет и завтра. Что ж, каков твой план? Мы в самом сердце христианских земель, язычница и еретик. Чтобы найти Фулки, нам нужен тот, кто верит в их бога. Фулки и сама не святая. Ее идеи тоже не по душе христианам. Верно. Вот только в отличие от нас, она может притвориться одной из них. Но от всех ей не спрятаться, особенно с пленником. Ладно, с чего начнем? Я нашел нам друга, аббат Кинеберт. Он горит праведным огнем, но очень честолюбив и не слишком умен. И какая нам от него польза? Ну да. Идем, я вас познакомлю. Послушаем его рассказ вместе. Пойдем, пойдем, послушаем его рассказ. Нашел ли ты умиротворение в одиночестве? Я его не терял и не бываю одинок. Я люблю путешествовать по миру и быть среди людей. Я наблюдаю за ними, изучаю их и постоянно перенимаю их опыт. В этом наш долг, призвание незримых. Думаю, так бы сказал твой ученик. Мне будто слышится его голос. Хм. Значит, я хорошо обучил Хайсама, ведь это мои слова. Ты о вашем кредо и догмах? Именно. И о чувстве, как это назвать, ответственности за благополучие человечества. Высокая цель. Но это не объясняет твоего интереса к Сигурду. Мой брат мыслит мельче. Да, но в нем есть нечто особенное. Нечто важное. Я хочу, чтобы он это понял. И пытаюсь ему в этом помочь. Ну-ка. Куда идем-то? Взгляни на эти благословенные земли. Сад Господа нашего. И лишь его верные слуги достойны трудиться здесь. Аббат Кинеберт. Это та самая норвежка. О, да. И с виду весьма грозная. Басим сказал мне, что ты знаешь Фулки. Верно. Леди Фулки была здесь не больше месяца назад. Мы беседовали и пили. Приятная женщина. И где она? Топор Эйвор к твоим услугам. Можно рубить деревья или головы. Что ты ему пообещал? Ничего особенного, Эйвор.
Мне нужна помощь в одном несложном деле. Говори, что нужно, аббат. А я решу, стоит ли это моего времени. О, твоя волчица обнажила клыки, Басим. Перейдем к сути. Что ты хочешь в обмен на сведения о Фулке? Несколько недель назад Элдерман Кента покинул этот мир. Тяжкая утрата. Король Альфред выбрал ему замену. Но имя еще не названо. Мне нужно узнать его. Сейчас. Весь Кент скоро увидит, кого из Тенов выбрали. Здесь важно время. Я должен успеть очаровать его, прежде чем к нему на поклон пойдет полшира. И кто же знает его имя? Посланец короля. Он доставит письмо с поздравлением новому элдермену. Найди его и сообщи мне. Узнаю имя счастливца, обсудим, как мне ему угодить. Почему бы тебе самому не стать элдерменом? Мэном. Мэн. Альфред этому не обрадуется, а Фулки? Если я соглашусь, как ты найдешь Фулки? Мне нужна уверенность. Есть ли у тебя люди во всех церквях, аббатствах и соборах Кента? У меня есть. Я найду ее. А мы займемся тем, чем христиане боятся запятнать душу. Где мне искать этого посланца? Монахи Тунбриджа говорят, что люди короля всегда останавливаются у них на ночлег. Начни там. Я узнаю имя, а ты найди Фулки. Всему свое время. А меня ждут на южном побережье. В Фолкенстоне лучшая рыба в Уэссексе. Значит, я найду тебя там, когда узнаю имя. Ну, отлично. Хинеберт честолюбив, зато многих знает. Без него Фулки нам не найти. И еще посмотрим. Чем займешься ты? Мне пока не надоели христиане. Увидимся в Фолкенстоне. И куда нам? Таверны Тунбриджа. Так, таверна. Где же ваша таверна? А здесь рядом точка синхронизации. Ну, погнали, точка синхронизации. Сейчас мы сбегаем. Так, лошадка. Да ё-моё. Летись. Скакун. Погнали. Шо, грибы очередные, а не... Как так? 25! Есть причал, там, наверное, даже может, точек быстрого перемещения. Сейчас посмотрим, узнаем. Отлично. Странно то, что вода течет, ее не сносит течением. Это, конечно, упущение в игре. Прикольно, если плывешь, а тебе течение так же, как жизнь сносит. А еще то, что лошадь не умеет плавать, вот это, конечно, большой косяк. Так, где лошадь? Сколько? 300 метров. Что-то есть.
Левиш, что там есть? А пальчик. Так, наверх. Итак, синхронизируемся. Что мы тут нашли? Тут еще одна точка синхронизации. Возможно, две будет. Ну, скорее всего, одна. Значит, а нам нужно вот сюда. Так, значит, прыгаем. Бежим обратно. Дело что? Попадайся, раздавлю. Ловко, блин. Нужно накинуть капюшон. Да, потом сюда приду, ограблю. Если посланец Альфреда ночевал здесь, кто-то знает, куда он пошел. Ну, ты знаешь. Чем могу помочь? О, есть обучение по езде, ничего себе. Вот это да. Выносливость. Таких наездников поискать. Во, лучше плавать уметь. Нифига себе. Они сделали это отдельный. Балдеть. Все ясно. Ну и здорово. Изучено. Все изучил. Отлично. Уже уходишь? Конечно. Жаль. Что у тебя в лавке есть? А, ты лошадей продаешь? Ничего себе. Прикольно. Не знал. Надеюсь, ладно. Скоро вернешься. Да не, не вернусь. Мне уже надо идти. До встречи. Покедал, чувак. Так, кто здесь был? Кто здесь знает? Так, ты. Эй, ты ртом мух ловишь или спросить, чего хочешь? Ух ты, холоп. Я ищу человека. Посланца короля, что проезжал здесь. Иди прочь, а? Или стражу позову? Устал от людей. Всем что-то от меня нужно. Может, поможешь мне по доброте душевной, и я оставлю тебя в покое. Умно, тупица. Да, я видел посланца Альфреда. Но он уже ушел. Может, Бард Гоуин знает куда? Где мне искать Барда? Он напился, как свинья. Я видел, как он рухнул у деревьев между причалом и мостом. Иди и не тревожь меня. Посланец пил вместе с каким-то бардом. Найду его и узнаю, что ему известно. Да, так найти бы его, где он тут, вон там он. Тупица еще меня обозвал. Холоп, блин. Бард пропоится не мог уйти далеко. Есть только утопнуть. Ну, где мне искать? Неужели он лодки там? Ну, вряд ли. Так, на той стороне. Лошадь плавает. А, ну вот она. Эй, ты там еще жив? Терпение, что дряхлый конь. Сок-цок, сок-цок. Слабак, который не умеет пить. Давай приведем тебя в чувство.
Сейчас что-то быстро проведем. Эта вода холоднее льда! А теперь будешь с нами разговаривать, чувак? Проснулся? Боже! Проклятие! Что за демон меня разбудил? Ты поешь обо мне, Барт. Суровый и беспощадный. Не видел, как вороны пируют после моих битв? Хватит! От твоего голоса голова болит! Вы с посланцем Альфреда пили в таверне. Скажи, куда он отправился? Разве? Я был так пьян. Может, кое-что маленькое и серебряное поможет мне вспомнить. Как насчет чего-то длинного и острого? Постой, это ни к чему. Обойдемся словами. Он держит путь на юго-восток, к берегу, к Дуврскому замку. Сказал, что там обучают фанатиков. Это ужас. Они ночами не спят, а молятся. Спасибо. И помни, пьянство туманит рассудок и заплетает язык. Спасибо, это очевидно. Оставь меня терпеть кару Господню. Кару Господню. Так. Посланец пошел в Дуврский замок на юго-восточном побережье. Чего? Куда бежать? Обалдеть. Придется сюда бежать, значит. Точку навязаться сюда. Сюда мы быстро перемещаемся. Лошадку сейчас зовем. Где она? Быстро-быстро скачем туда, давай как можно быстрее. Меня не должны узнать. Накину капюшон. Да фиг с ними, хоть и узнают. Вообще пофигу. Эй, ты! А может ты? Да не ты, ты. Я? Нет, не я, ты. Сейчас посмотрим, как лошадь у нас плавает. Лошадь прокачать это хорошо. Хорошо, слышь. Так, торгаш. Торгаш, значит. Ну-ка, расскажи мне. Приветствую! Ты что-то ищешь? Конечно. Я могу помочь? И насчет оплаты. Ладно. Так, снижение книги, знания, слитки, артефакты, тайм. Давай, слитки. Покажи свою карту. Есть одно место здесь. Угу, хорошо. Так, где там? 200 метров. Нифига себе, куда лезть. Вот нарвался-то. Куда там прям скакать умеешь? Так, слазим, залазим, слазим и залазим. Кентерберти. Потеряли они меня там из виду, вроде потеряли. Ну, и чё мы? Не лезем вверх.
Вот, а там нельзя было залезть, да, так же. Интересно. Туда хотите сказать? Ничего себе. А, я думал, туда он. Так. Куда же мне бежать-то? 700 метров. Далеко за письмом. Уже не может перепрыгнуть забор какой-то. Иди сюда. Кабанчик готов. Так, это у нас рысь. Ну и дело что. Мне нужна твоя помощь, Сюнин. Зачем? Не нужна помощь мне. Надо скакать вперед. В очередная рысь. Ну-ка, катить-ка я туда. Бежит за мной, смотри какая. Дувр. Посланец должен быть где-то здесь. Может, я найду письмо, не проливая крови? Барт сказал, что здесь обучает паладинов. Бой будет очень непростой. Да. Это хорошо. Навыки раскидаем. Это у нас 9 очков есть. Надо куда-нибудь их деть. Да, еще одна точка осталась синхронизации. Еще одна точка. А там точно нету. Может, здесь вот будет. Ну, ладно. В общем, навыки. Навыки. С луком. Все, что связано с луком. Копье, наверное, да? А, завершающий выстрел. Яд. Способностями в дальнем бою. Взято. Это у нас жизни побольше. Так. Это что? Усиленный выстрел. Голова. А где ж тут было копье-то? Вот мне интересно знать. Я вот хочу копье. Тут копье. Усиленный выстрел. Опять очередной какой-то. Путь волка. Ну, волка я не качаю. Опять стрелы.
Где здесь копье? Где здесь расправа? Топор какой-то, огонь, непонятно, что это. Молоты какие-то. Это бег какой-то, это какой-то кинжал. Мязмы. Это какой-то яд. Это что? Отраженный выстрел. Улучшение адреналина. Последний шанс. Давайте здоровье качнем. Слабых атак. Способность мы не качаем. Так. Ну давай тут качнем что-нибудь. Это что? Адреналин. Да, скрытность. Так. Ну, придется путевок качнуть. Сюда. Это цеп. Цеп мы не вспомним. Скрытность. И все. Очков больше нету. Не хватило. А тут что? Град стрел. Это таран с разбегу. Здесь-то еще что-нибудь должно, не должно быть. Дальше туда. Я думаю, вряд ли. Тут у нас что это? Непонятно. Ну ладно. В общем, как-то так. Но уже забирать письмо, я думаю, мы будем в следующей серии. Ссылка на плейлист находится в описании под видео. Всем спасибо и пока.